Привет, ребятки, я сегодня в Даунтаун, это центр Лос-Анджелеса. Я очень много гулял в Сан-Франциско в Даунтауне, и сегодня хотелось бы посмотреть, что происходит здесь. У меня было видео там, где мы заезжали на машине, но в такие не самые благополучные кварталы. Хотелось бы посмотреть все-таки его пешком побольше и все-таки найти красивые места здесь, а не только показать неудачные кварталы. Так что поехали! Вот здесь вот правее находится Walt Disney Concert Hall. Очень интересный дизайн у него. А слева от меня это The Broad галерея искусств. Тоже очень интересное здание. В целом похоже на то, что это такой себе творческий квартальчик. И да, здесь куда приятнее, чем на соседних улицах. В Штатах есть популярный такой фастфуд, называется Subway. Тут можно купить себе бутерброд за, образно говоря, 5 баксов и добавить туда сыр, овощи, мясо, все, что хотите. Их очень много и, в принципе, еда неплохая, поэтому, если хотите перекусить, но не хотите что-то испытывать новое и пробовать, просто забегайте в Subway и берите себе вот такой вот бутерброд. Здорово! Вот чем прикольно в Лос-Анджелесе, то, что сюда все приезжают в надежде стать звездой и в любой момент, который только можно представить себе, пытаются влезть в камеру. Это круто, не теряют надежду. В Лос-Анджелесе в основном очень много пальм, и все уже привыкли, что здесь в основном пальмы. Но здесь, несмотря на то, что это каменные джунгли и высотки здесь, вот таких много деревьев. Которые очень-очень приятно после пальм увидеть. К сожалению, я не знаю, что это за дерево. Если вдруг вы знаете, пишите об этом в комментарии, очень интересно. Ну и вообще круто было бы, если бы создали приложение, где ты можешь как QR-код считывать дерево или какую-то зверюшку, и оно тебе бы рассказывало об этом все, что ты хочешь узнать. Потому что иногда видишь интересные вещи, а узнать, что это, ну, я даже не знаю как. Follow me on Twitter at Rosendahl. Follow me on Instagram at Who's Who. VIP the movement. Log on to VIP.com. It's VHEEYEPEE.com. Shout out to the boy. What's your name? Stanislav. Stanislav. Yo, listen. It's okay. The movement, baby. Вот вам 80-й уровень пиара. Просто видите, кто-то что-то снимает, подбегаете и говорите то, что вам нужно, чтобы вставили в кадр. Ну и, ребятки, пару слов по поводу бомжей. Конечно же, в этот раз я хотел по максимуму их не снимать, не показывать, а все-таки посмотреть более красивые места, но их здесь на самом деле много. Я их просто старался обходить стороной, но в центре города их на самом деле очень-очень много. В общем, сижу, я пью свой чай, и он в окно стучит, 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 стучит. Ну, я как бы не обращал на него внимания, пока его охранник не отогнал. Ну, в общем, такое. Поэтому то видео, где чувак подошел и стучал в окно машины, это был не эксклюзивный случай. Судя по всему, они здесь любят подходить к людям и стучать там в заведения, в кафе, в окна машины и вообще куда угодно. Вот как-то в Сан-Франциско бомжи поскромнее. Ну а тут мы можем постоять немножко возле стройки и услышать мексиканские матюки. Ну,
в общем, уже не слышно, но обычно они кричат типа «Ай, Пепе, подай молоток!» А он такой «Нет, Хосе, я просил отвертку, а не молоток, твою ж дивизию» и так далее. Хотелось бы еще, конечно же, рассказать по поводу парковки. Здесь есть парковки, их много, но они все, естественно, платные. А вот пример такой парковки. По ценам, ну, цены разные. Вот именно в данной парковке написано, что 6 баксов стоит 30 минут и максимум 10 баксов. Это, то есть, вы на час, на 2, на 3 уже оставляете, это будет 10 баксов стоить. Ну, конечно же, это дороговато. Можно найти и по 3 бакса за 30 минут. Я уже видел здесь. Ко мне присоединилась Лена. Сейчас мы с ней снова пройдемся по красивым местам даунтауна. И Лена скажет свое мнение по поводу того, как здесь, что ей понравилось, а что нет. Walt Disney Concert Hall, можно подняться и прогуляться внутри. Здесь очень миленько и прям целые сады. А вот это здание, это Лос-Анджелес Сити Холл, и в него теоретически можно забраться наверх. Сейчас попробуем. А сейчас мы внутри визитор-центра, сюда можно подняться, это абсолютно бесплатно. Будете проходить мимо, обязательно заходите. Так как отсюда открывается действительно крутой вид. Вау, ну вид, правда, ничего. Вид прикольный. Что ты скажешь, как тебе даунтаун? Очень даже ничего. А ты боялась бомжи и все дела. Видишь, прогуляться, и все становится ничего. А как тебе по сравнению с Сан-Франциско и Нью-Йорком? Похоже, потому что все даунтауны, мне кажется, похожи. Особой разницы не заметила. Все очень симпатичненько. Но мое мнение про даунтаун абсолютно кардинально изменилось после сегодняшней прогулки. Так что, ну, такое. Buenos dias. Follow me on Twitter at Rosudol. Что-то мне подсказывает, что у чувака уже эта фразочка была заготовлена, и он делает это не первый раз.